Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй, и мы продолжаем играть кампанию в Transport Fever 2. У нас пятое задание – Транссибирская магистраль. Добро пожаловать в Россию. Кстати, очень приятно то, что не забыли про нас. Хотя я не совсем из России, но все равно. Братья славяне же все-таки. Транссибирская магистраль. Россия на рубеже веков. Царь Николай II правит железной рукой. Любого, кто позволит себе увлечься крамольными идеями, ждет ссылка в бескрайнюю Сибирь. Однако и многие оказались здесь по доброй воле. Восток перенаселен, и люди прибывают сюда в поисках лучшей доли. Все станет возможным, когда будет построена самая длинная в мире железная дорога. Я правда сомневаюсь, что эта карта будет совсем прям гигантской, но в общем-то мы посмотрим, погнали. Не все едут в Сибирь добровольно, но если уж сюда приезжают, то в тайгу влюбляются раз и навсегда. Боже, здесь красиво, кстати. Скоро здесь завершится строительство самой длинной железной дороги в мире. Вы возглавляете важное министерство Российской империи. Почему здесь вывески на английском языке, расскажите мне. Поэтому царь доверил вам этот исключительно серьезный проект. Ну ладно, построим железную дорогу, в чем проблема-то? Золотое звено. Великая работа почти закончена, и скоро железная дорога протянется через весь континент. Остается только самое важное, построить так называемое золотое бревно, участок пути через озеро Байкал. Ландшафт на берегу непростой и требует тщательной подготовки. Сделайте все необходимое для начала строительства. Прежде всего стоит проложить вспомогательные маршруты к берегам Байкала, чтобы обеспечить непрерывную поставку стройматериалов. Организуйте производство стали и соедините железной дорогой город Иркутск с городом Порт Байкал, а также Улан-Удэ с городом Байкальск. Россия, матушка. Давайте, в общем-то, посмотрим, что мы здесь имеем. Соответственно, производство стали у нас вот здесь. Соответственно, нужно сюда будет привезти железо и уголь. Соответственно, железной дорогой нужно соединить вот этот город Иркутск. Смотрите, какую штуку сюда поставили. Ёшкин кот, Россия, мать. Соответственно, соединить Иркутск с городом Порт Байкал железной дорогой. А какой смысл? Здесь не так далеко. Ну ладно, соединим, без проблем. А, кстати, станция здесь уже, я смотрю, стоит. Или она не подходит. Ну и ладно. В общем, потом посмотрим. А город Улан-Удэ, где он у нас находится? Вот он у нас. С городом Байкальск. Вот тут уже длинную железку придется вести. Но здесь, кстати, станции уже стоят. Это мне нравится. Мысовская какая-то. По берегу пойдем. Ну что, давайте начинать. Для начала организуйте производство стали. Я думаю, раз уж мы тут упарываемся в железную дорогу, то будем упарываться железной дорогой. А почему бы и нет? Хотя, на самом деле, вести железную дорогу вот отсюда вот сюда, вот в эти вот места. Не, наверное, железка это будет уже перебор. Давайте организуем все-таки грузовички, хотя бы на уголь или нет. Ну просто серьезно, смотрите, станция будет просто от станции до станции. Длина путей будет просто 100 метров. Здесь по-любому будут автобусики, грузовички. В общем-то, давайте построим дорогу. Не знаю, мы соединим, вот просто, блин, это некрасиво выглядит. Давайте снесем то, что мы уже построили. Что-то некрасиво, мне не нравится. Во, одна дорожка, 129 косарей. Чисто за терраформинг, дорога сама стоит дешево, поверьте на слово. Соответственно, стоянка для грузовиков. Здесь у нас будет погрузка угля и все, поэтому поставим одну платформу всего лишь. И вот так вот она даже цепляется непосредственно к самой угольной шахте. Это есть, соответственно, давайте двухплатформенную поставим на всякий случай вот сюда. Это тоже есть. И знаете, что я думаю? Наверное, может пустить все-таки грузовики на производство стали. Что-то как-то впадло здесь реально железку вести. Не такое большое расстояние. Поэтому давайте так и сделаем. Соединим еще одной дорогой все это дело. Построим еще одну погрузочную платформу. Можно тоже, кстати, одну поставить вот такую. Тоже, чтобы оно присосалось. И нужна нам дорожная депоха. Поставим ее вот здесь вот в начале. Создаем теперь два маршрута. Первый маршрут будет у нас вот отсюда вот сюда, который будет возить железо, соответственно, мы его обзываем. Давайте железо-сталь, вот так вот. А также прокладываем маршрут уголь-сталь, который будет чуть-чуть покороче и будет он называться уголь-сталь. Логично. Есть. Теперь нужно купить грузовичков. Я думаю, на уголь мы возьмем 5, а на железо возьмем 10. И это будет, скажем так, логично. Покупаем транспортные средства. Что у нас есть? Неужели только конки до сих пор? А, есть какой-то паровый. Этот грузовик производства компании, ныне известной как Татра, оснащался двумя последовательно управляемыми двигателями, которые включали в зависимости от нагрузки. Прикольно. Он у нас, в принципе, возит то, что нам надо. Не, ну лошадки брать, повозки, это уже ну такое себе. Хотя еще даже 1900 год не наступил. Так, ну в общем-то берем, давайте на 15 штук вот этих вот на паровом двигателе, насколько я понимаю. 500 тысяч мы на это дело тратим, и давайте 5 штук мы выделяем. Я сказал 5 штук, ладно, пускай будет так.
Мы отправляем возить уголь, который маршрут покороче, и большие отправляем на железо. И можно, в принципе, включать игру. И далее нам нужно соединить города Иркутск и порт Байкал железнодорожной дорогой. Железнодорожной веткой. Я так понимаю, это вот эта станция, а порт Байкал у нас вот эта станция. То есть нам нужно всего лишь просто проложить железку вот отсюда до сюда. Я думаю, это будет несложно, нам должны будут засчитать это задание. Давайте повезем вот так вот, и потом она придет вот так вот. Галочка появилась, значит, все правильно. А также Байкальск и Улан-Удэ. Тут железка уже будет немножко подлиннее. Давайте тоже пока один путь, если что, потом два путя сделать — это не проблема. Давайте вот этот лес мы обогнем. Я правда не знаю, с какой стороны нам идти. Может быть, нам потом вот этот карьер для камешков понадобится, а может и нет. Погнали с левой стороны тогда. Вот так вот. Я его, друзья, довольно-таки маленькими отрезками вел, потому что тут очень холмистая местность, и если маленькими отрезочками ведешь, оно получается дешевле, меньше терраформинга, тогда сами пути будут более холмистые. Так, кстати, два задания мы выполнили, можно, в принципе, ускорить тогда время, на троечку поставить, чтобы дождаться производства стали и угля. Точнее, просто производства стали, доставки угля. То они до сих пор не выехали, но уголь доставка типа есть, да? Он тут копится, это хорошо. Железо тоже копится, и ни хрена что-то оно не грузится. Точнее, грузится очень медленно. Но, в общем-то, сталь у нас вроде как сейчас пойдет. Так, первая хреновина у нас везет железо, и следом хреновина везет уголь. Отлично. Я думаю, если они сейчас обе выгрузятся, то нам засчитается задание. 14 тысяч прибыли. Этот маршрут неплохо, вполне неплохо. Да, задание выполнено, отлично. Можно ставить тогда первую скорость и идем дальше. Четкое планирование. Золотое звено не просто так получило свое название. Его ценность для байкальского участка магистрали неизмерима. Строить его должны только самые квалифицированные рабочие. Не говоря уже о том, что все это стоит кучу денег. Займитесь строительством первого участка пути, который войдет в историю как шедевр строительного искусства. Ничего себе. Продолжить. Здесь требуется тщательное планирование. Разведка местности показала, что можно построить два маршрута. Решающее слово остается за вами. Выберите, какой маршрут построить. Более дешевый, но требующий больше времени, более дорогой, но требующий меньше времени. Время – деньги, поэтому давайте более дорогой поставим, но требующий меньше времени. Снабжение первой стройплощадки. Ну, значит, так тому и быть. Теперь осталось только обеспечить доставку необходимых материалов к месту строительства. Доставьте сталь на первую стройплощадку. Вот так вот это работает, понимаете? Далеко нам ее сюда везти? А нам ее, кстати, недалеко сюда везти, поэтому мы сделаем мостик и сделаем это на грузовичках. Хотя здесь вон железная дорога уже есть. Блин, тут и железнодорожная станция напрашивается так-то. А, будь они, ну не ладно. Все, друзья, строим железку тогда. Вот так вот оно присасывается. Давайте строим тогда сюда и сразу пути. И они отлично сюда становятся. Правда, мост дорогущий. Строим сюда железнодорожное депо. Я так понимаю, никуда оно не пойдет. Насколько я понимаю, вот эта железная дорога будет обходить озеро Байкал. То есть она пойдет вокруг озера. И мы будем постепенно доставлять сюда всякие стройматериалы. Но не знаю, посмотрим. Давайте построим железнодорожное депо вот здесь вот. Куда это, кстати, ветка ведет? Она в Иркутск идет. Дорога уже проложена, и здесь она тоже куда-то идет в никуда. Хорошо. В общем-то, если мы поставим ее сюда, то она сможет нормально подсосаться куда угодно. Бонусное задание принимаем, но почитаем потом. Так, давай-ка вот сюда вот куда-нибудь. Она никуда не присасывается, падла. У нас тут и так вон стрелка. Ладно, попробуем сделать вот так вот. Во. Отлично, присасывается все. Так, это у нас есть. Соответственно, нужно купить теперь поезд, который будет возить сталь. Сталь у нас, по-моему, вот на таких возится, да, на стойках. Соответственно, давайте возьмем на вместимость 35. Соответственно, два рейса ему надо будет сделать. Нужно взять какой-нибудь паровозик, который будет это все дело тянуть. Например, вот такой потянет. Хорошо, он пишет. Ну, хорошо, значит хорошо. Покупаем его и назначаем... рано назначать. Нам нужно сначала создать новый маршрут. Соответственно, вот тут ты забираешь сталь и везешь ее вот сюда. Только загружаться тебе нужно полностью, друг. И я думаю, оно уже начало грузиться. Ставим третью скорость. Так, линия 1 сейчас мы переименуем. Сейчас мы назначим сначала поезд. Давай на линию 1. И, соответственно, эту самую линию 1 переименовываем как сталь... Стройка. Давайте напишем стройка 1, потому что мне кажется, мы потом эту сталь будем возить куда-то дальше. Соответственно, поезд пошел кататься, а у нас есть бонусное задание. Пройдитесь по городу и прорекламируйте важное дело разведения соболей.
Блин, опять они начинают. Проложите автобусный маршрут, на котором будет хотя бы 3 остановок, и прокатитесь по нему. Я так понимаю, это дело нужно провернуть в Иркутске. Ну давайте. В Иркутске, значит, в Иркутске. Создадим здесь автобусный маршрут. Давайте 3 остановочки каких-нибудь в Пензюре, например, вот сюда. Давайте вот здесь у нас будет остановочка, и, например, вот здесь. Вот такой вот кольцевой маршрутик будет. Соответственно, тоже надо депошку поставить, потому что здесь оно нифига не будет работать, та депо. Точнее, может, она и дотянется, конечно, может, там дорога и есть, но мы будем миллион лет ждать. Соответственно, создаем маршрутик. Вот отсюда, вот сюда и сюда. Вот такое кольцо получилось у нас вполне нормальное. Соответственно, маршрут назовем как Иркутск, Иркутск, да? Иркутск, как пишется Иркутск? Твою мать, я не знаю, как пишется слово Иркутск. Иркутск, все правильно я писал. Че вы тут начинаете сразу? Иркутск, все правильно. Разводят они мне тут демагогию, уже начали. В общем-то, покупаем транспортное средство. Нам нужно пассажирское. Но только дрожжи у нас есть. Одни покупаем и в Иркутск отправляем. Иркутск пас, наверное, надо было его обозвать. И говорят, прокатиться на нем. Ну, давайте. И, наверное, вот это от нас хотят. Прокатиться на нем. Ну, давайте проедемся один кружочек по этому маршруту. Да, задание выполнено. Предотвратить собрание. Какой позор. На самом деле, ассоциация заводчиков Соболи оказалась группой анархистов, желающих... Так, что у нас следующий этап? Подождите, предотвратить собрание. Я не дочитал. Я не люблю, когда так перескакивает. На самом деле, ассоциация заводчиков Соболи оказалась группой анархистов, желающих свергнуть царя. Нужно предотвратить их собрание. Узнайте, где встречаются заговорщики и сорвите их планы. Путем тщательного отбора можно с точностью определить 3 места встречи. Что? Так, давайте поставим первую скорость, потому что там что-то пришло еще насчет следующего этапа. Превосходно, первый этап строительства завершен. Царь Николай II доволен вашими успехами, однако почва здесь опасная. Летом болото, зимой лед. Прочные металлоконструкции должны удержать рельсы там, где требуется. Продолжить. Доставьте груз камня на вторую стройплощадку. Без материалов никакой стройки не будет, позаботьтесь о том, чтобы они были в наличии к началу следующего этапа строительства. Второй этап строительства у нас здесь, и сюда нужно доставить камни. А, это стройплощадка. А камни у нас где? Камни у нас вот здесь. И надо строить тогда вторую депоху. Так, ладно, строим депо, и потом будем смотреть, кто там собирается свергнуть гребаного царя. Или здесь дорога есть? Здесь нет дороги, но мы провели здесь железку. И как нам теперь поставить здесь станцию нормально, чтобы она нормально выходила отсюда туда? Что-то я об этом не подумал. Допустим... Так, мы ставим на паузу тогда. Хотя нет никакого смысла ставить на паузу. Мы, значит, сносим то, что мы здесь понастроили. По крайней мере, какую-то часть. И строим станцию. Так, блин, дорога сразу же восстановилась. Я сказал, мы сносим дорогу. И строим вот здесь станцию. Соответственно, потом прокладываем пути. Я думаю, здесь тоже надо чуть-чуть больше стереть. Да, это все довольно ущербно выглядит. Но что поделать? Я не подумал сразу о том, что нам что-то потребуется. Короче, вот такие вот пути. И здесь будет еще у нас ответвление на другой город. Вот так вот. И вот так вот, прям с туннелем. И у нас еще одно бонусное задание. Так, подождите, пожалуйста. Мне сейчас не до вас. Так, туннель. Ну и ладно. И, соответственно, здесь в очередной раз нужна депоха. Депоху давайте поставим вот сюда. Нормально она здесь будет стоять. Соответственно, соединяем пути. Есть. И прокладываем маршрут, который будет возить камень на стройку. Соответственно, он будет загружаться вот здесь. И возить ее вот сюда. Нормально? Нормально. Соответственно, это будет называться у нас камень стройка 2. Стройка, я сказал. Стройка 2. Вот так вот. Ну и, соответственно, нужно купить еще паровозик. Паровозик, купить транспортное средство. Соответственно, опять-таки, сколько нам надо? 60. 60 сейчас купим. Камень у нас возит гондола. Вместимость у него всего 7. Поэтому то же самое. На 35 вместимости берем и паровозик. Такой же, да? Или не такой же? В общем-то, его берем, он тоже хорошо это дело тянет. Отправляем его на камень стройка 2. Все, это у нас пошло. Давайте смотреть, что у нас там с предотвратить собрание. Еще раз надо прочитать. Узнайте, где встречаются заговорщики, сорвите их планы. Путем тщательного отбора можно с точностью определить 3 места встречи. Так, это у нас, кстати, дело было в Иркутске. Погнали в Иркутск искать, где они тут могут собираться. И как мне это найти, я, честно говоря, вообще без понятия. А вот смотрите, что я нашел. Дом Иркутской ассоциации заводчиков Соболи. Его нужно настроить, и он ни хрена не настраивается. Может, его снести надо? А ну-ка, ты дышь, подтверди снос. Да.
О, один из трех. Отлично. И как их теперь нахрен тут всех найти? Потому что на каждое надо вот так вот нажимать. Надо было посмотреть, как он выглядит на самом деле. Запомнил бы, может быть, проще было бы найти. О, один нашел. Дай на тебя хоть вблизи посмотреть. Короче, обычный домик. Короче, сносим его нахрен. Боже мой, как напридумывают этих заданий. Так, я так понимаю, еще один в жилом районе должен быть тогда. Но на самом деле в жилом его тяжело будет найти, потому что ничем не примечательный домик был. О, нашел, спрятался он. В лесу, мать его. А ну-ка нахрен отсюда. Все, задание выполнено, это есть. Хорошо. Какое облегчение, анархистов удалось арестовать. Опасность предотвращена и жизнь царя вне опасности. Я очень рад. У нас, кстати, есть еще одно бонусное задание. Цирк выезжает уже завтра. Впрочем, если получится собрать много зрителей, директор цирка согласится провести дополнительное представление. Приведите публику в цирк. Цирк у нас здесь. Гениально. Привести туда публику. Так, давайте-ка мы бульдозер уберем, потому что... Ну его нахрен. Но давайте приведем туда публику. Соответственно, построим небольшую туда улицу. Пускай это будет вот такой вот мост. Что-то мне с мостами в этой игре не везет катастрофически. Так, ладно, давайте поставим тогда его, блин. Начнем с этой стороны тогда. Так, вот так вот сначала, чтобы оно присосалось. У меня с мостами большие проблемы. Так, ну здесь мы мост вывели. И вот в конце он ни хрена не соединяется. Но мы эту проблему решим путем сноса вот этих зданий. И сразу же оно здесь появилось. А ну-ка, я сказал, снестись нахрен. И прокладываем сюда дорогу. Отлично. Соответственно, нужна тогда еще одна остановочка нам. А давайте вот маршрут, который у нас по Иркутску ездит, вот мы его и отредактируем. Добавим станцию. Нет, надо сначала ее построить. Так, постройки, остановка вот здесь. И теперь Иркутск добавить станцию вот сюда. Пускай он тоже ездит. И может быть он сюда приведет пассажиров, и это будет считаться за доставить публику в цирк. А почему бы и нет? Соответственно, доставить сталь. У нас тут до сих пор 35. А чё ты это самое? Не возишь сталь. А, едет он. Но он ждал наполнения полного, насколько я понимаю, и он полностью наполнился. А он 3 минуты ждет максимум, 32 стали он везет, отлично, это задание у нас будет выполнено. А доставка камня? Как-то я не вижу, чтобы он доставлялся. Камень мы отправили, поезд? Да, поезд едет и везет 35 камня. У нас, видимо, все время время на единичке стояло, поэтому можно его нынче и ускорить. Смотрим сначала вот за стали поездом, который сталь возит. Но пошла сталь, отлично. Сейчас должна полностью она забиться. И есть, задание выполнено. Это хорошо. И доставка камня у нас тоже пошла. Первый поезд разгружается, но будем ждать еще и второй. И, соответственно, вот здесь вот у нас уже появилось немножко железной дороги. Ее строим не мы, она полностью соединилась вот с этой станцией. Теперь нам доступно здесь строительство, сами можем строить. А вот этот участок мы пока не можем трогать. Мы просто доставляем туда стройматериалы. Ладно, погнали, тогда посмотрим, что там, хочет ли кто-нибудь в цирк. 5 пассажиров он везет, и забрал он их, по-моему, вот отсюда. Или нет? А что у нас, кстати, этот маршрут прибыльный или нет? Этот маршрут у нас относительно прибыльный, поэтому давайте мы его добавим еще нескольких транспортных средств туда, по Иркутску. Давайте еще 3 повозки. Может быть, кому-нибудь захочется приехать в цирк? Я не знаю, и он захочет просто привести публику в цирк, ну как бы логично, наверное, что нужно туда людей привести. Но, кстати, новые транспортные средства доступны, но нам это пока не интересно. И доставка камня, кстати, пошла там еще разгрузка. Отлично. Так, время на единичку. И время поджимает. Геополитическая обстановка меняется не в лучшую сторону. На восточных окраинах Российской империи назревают неприятности. Времени мало, надо быстро завершить строительство магистрали, чтобы можно было обеспечивать поставки, если станет совсем худо. Разочаровывать царя не стоит ни в коем случае. Другими словами, за работу. Снабжение третьей стройплощадки. Поторопитесь, скорее доставьте сюда все необходимые материалы, чтобы успеть построить магистраль вовремя. Доставьте груз камня и стали на третью стройплощадку. И камень сюда надо везти. А как вы его хотите, чтобы я сюда привез, если вы не даете мне здесь строить железную дорогу? Или она будет достраиваться со временем? Ну, сталь я как бы туда привезу, это говно вопрос. Это можно сделать даже прямо сейчас. Железо, сталь, смотрите, что мы сделаем. Не железо, сталь, а сталь, стройка 1. Мы добавляем станцию, вот эту, а вторую убираем. Вот так вот. Нет, я сказал убираем. Где кнопочка? Вот, убираем ее. И теперь он будет возить сталь сюда. Это, в принципе, решаемая проблема. А может быть, камень нужно доставить, типа, корабликом вот отсюда вот сюда? То есть на железной дороге мы его везем на эту станцию. Тут он пересаживается на кораблик, перевозит его сюда и отсюда поездом едет на эту стройку. Потому что другого варианта я, честно говоря, не вижу. Железной дорогой нам этой пользоваться не разрешают. Точнее, железной дороги здесь нету, и мы не можем ее построить сами.
Или можем? Нет, запрещенная зона, мы не можем здесь ни хрена построить. Вот это уже, кстати, блин, нифига не обучалочка, да? Кто-то мне там писал, что первое задание это обучалки. Ни хрена себе обучалка. Тут у нас геморрой тоже появился. Ну ладно, действительно, давайте тогда... Так, камни шамана принимаем. Найдите шамана попозже, подождите. Хотя тут есть какой-то вопросик. Ладно, я хочу на самом деле это все дело почитать, поэтому попозже. Тут у нас одна ветка всего. Ладно, тогда мы знаете, что делаем. Мы создаем еще один путь, который присобачивается сюда. Ставим тут симафорчики на выезд. Пускай будет один путь, хрен с ним. Соответственно, по этому же самому... А, сталь у нас... Это все не так работает, да? Создаем тогда маршрут вот отсюда. Нам нужно ехать вот сюда. Можно было, кстати, и проще сделать. Ну и ладно. Кстати, привести публику в цирк у нас все сработало. Все потом почитаем, извините. Так, привести сюда. Тоже загрузка полностью на первой станции. Обзываем этот маршрут как... Давайте это будет камень стройка 3. Стройка 3. И нам нужно еще создать маршрут, который будет на корабликах это все говно возить. Соответственно, новый маршрут вот отсюда, вот сюда. Линия 1 обзовем кораблик. Кораблик. Соответственно, нам нужно теперь купить этот самый сраный кораблик грузовой. Нам, по сути дела, вообще хватит и одного вот этого самого маленького. Поэтому покупаем мы именно его. Отправляем на маршрут кораблик. Давайте на маршруте на это мы на всякий случай отредактируем. Загрузить нам нужно будет камень на первой станции. А на второй станции ничего загружать не надо. А то он там начнет что-нибудь загружать, что-нибудь возить. Нам нужно всего 60. Можно, в принципе, поставить ему полную загрузку. А можно и не ставить. И, соответственно, нам нужен еще один поезд тогда, который будет возить эти сраные камни на стройку. Можно, в принципе, сколько у них вместимость? У них уже 12 вместимость, можно вот так вот 60 вместимость поставить, чтобы он один состав только повез. И, соответственно, купить самый топовый паровоз ему, все равно посредственно, и похрен, вообще пофигу. Покупаем тогда его, и давай камень стройка 3. Единственное, проверим, чтобы... Так, кораблик, давай, полная загрузка здесь. Камень стройка 3, полная загрузка на старте. Отлично, все, теоретически это все должно работать. А мы посмотрим бонусное задание. Поиски шамана. Найдите шамана. А, поставьте... Так, у нас то еще не закончилось. Поставьте цирку бревна. 10 бревен надо цирку. Они охренели. А где нам взять эти сраные бревна? Это я вижу. Поставщики. Лес Иркутска. Все, не проблема. Сейчас мы это сделаем. Смотри. Соединяем это все дело дорогой. Вот такой вот простой. Ставим вот здесь вот станцию погрузочную. И создаем маршрут, который будет ездить вот отсюда. А, здесь надо станцию разгрузки тоже поставить. Не вопрос. Ставим здесь еще и станцию разгрузки. Соответственно, маршрут, который мы начали создавать, едет вот сюда. Давайте это будет у нас лес в цирк называться. Лес в цирк. Или бревна цирк надо было назвать. Ну ладно, пофигу. И где-то у нас здесь была депошка. Вот она. Покупаем транспортное средство, дрожжи. Нет, нам нужны не дрожжи, нам нужен пассажирский. Возьмем две вот таких вот штуки. Можно даже одну взять. Давайте возьмем одну. Я жадный. Лес в цирк. И пускай он его возит. А мы пойдем искать шамана или что там надо делать. Найдите шамана. А, где-то я видел вопросик. Во, есть вопросик. Добыча драгоценных камней. Шаман произнес свое веское слово. По всей видимости, в пропаже материалов виновато таинственное чудовище из тайги. Единственный способ задобрить его — это преподнести в дар драгоценные камни. Их можно найти на самом крутом склоне к юго-западу отсюда. Выкопайте драгоценные камни. На самом крутом склоне к юго-западу отсюда. Вот как мне понять, мать его, где сраный юго-запад? Так, но нам там писалось, что шаман находится на юго-востоке, да? В горах к юго-востоку. Юго-восток у нас... Это типа если вот так вот смотреть. А добыча драгоценных камней на юго-западе, соответственно, слева. У нас там, кстати, возится сталь и камень. Мне интересно, что-то сюда приехало. Поезд с камнем приехал пустой, понятно. На станции у нас здесь есть что-нибудь? В гавани ничего нету, камень стройка ничего нету. Кораблик в себя грузит камни. Немного грузит, если честно. Поезд поехал за второй порцией. Надеюсь, камень уже не требуется. Блин, где мне искать драгоценные камни, расскажите мне. На самых крутых склонах. Опять надо где-то покопать что-то, да? Как они меня достали уже этим терраформингом? Ну вот это вот, типа склоны. Здесь ни хрена это не работает. Ну, типа вообще самые крутые склоны это здесь. Как раз в горах, я не знаю.
размеры и мощность инструментов для изменения рельефа можно настраивать. Да, это я уже понял. Давайте вот поставим по максимуму. Но вопрос, где он хочет их искать? Их можно найти на самом крутом склоне к юго-западу отсюда. На самом крутом склоне. Где самый крутой склон? Но это довольно... Можно, кстати, посмотреть вот этот вот слой высот. И теоретически он нам должен показать самый крутой. О, смотрите, красная метка есть. А я ее не заметил. А есть. Задание выполнено. Принесите драгоценные камни шаману. Ну, держи, дружище. Охренеть, сложное задание. Пропажи прекратились. Шаман любезно вызвался отнести драгоценные камни на поклон к чудовищу. Он сказал, что для остальных это было бы слишком опасно. По всей видимости, чудовище удовлетворено. Во всяком случае, стройматериалы перестали пропадать. Хитрожопый, сука, шаман. Хорошо. Так, нам нужно еще поставить цирку бревна. И меня интересует, что с нашими камнями и с нашей сталью. Потому что как-то до сих пор ничего стали не привезли. Может, он туда и не поехал со сталью? Где там наш поезд или кто-нибудь? Так, падла, ты бревна везешь? Ты бревна везешь. Давайте ускорять время. Может, одной повозки было мало? Не, хватит ей одной повозки. Что тут 10 бревен? Два раза съездить. Три. Ну, придется, видимо, три. Хотя, видите, оно не так быстро копится здесь. Так, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь стоит поезд 3, который ждет камни. Камни в него не грузятся. В гавани их нету, их нигде нету. Камни ему сейчас привезет кораблик. Кораблик везет 19 камней. Хорошо. Они разгружаются и теоретически должны, да, и они в поезде. А давайте-ка мы его отправим. Пускай он их везет. Не, давай едь обратно. Соответственно, и тут уже есть 35 камней для кораблика в гавани. Хорошо. И этот паровозик поехал за следующими камнями. А что со сталью? Где наш поезд, который возит сталь? Наш поезд, который возит сталь, застрял на семафоре. И в нем 35 стали. Хорошо. Ну, пускай стоит, ждет. А сталь копится. Сейчас важно посмотреть, чтобы засчитались нам камни. Пускай ждет, мы никуда не торопимся, второй путь встроить откровенно впадлу. Так, камни приехали, камни засчитываются, поезд поехал обратно, хорошо. Сейчас он станет там на станцию, и этот поезд должен будет тронуться, теоретически. Да, поезда у нас, конечно, не супер быстрые сейчас, но ничего не поделаешь. Так, дружище, давай, я тебя уже слышу. Так, путь освободил. И да, стоит, ждет загрузку. Кстати, кораблик можно было бы отправить. А, кораблик сейчас привезет 70. И отлично, он разгрузится, поезд загрузится, 60 сразу. Но он станет на семафоре и будет ждать, пока тот поезд проедет. Замечательно. Камни, кстати, мы, я так понимаю, все доставим сразу. А вот сталь придется еще ждать. Потому что он пока только едет туда. И он, я бы не сказал, что прям быстро едет. Ну ладно, это все дерьмо, по крайней мере, работает. Что у нас тут по цирку? Где наша повозка, которая вот она везет? Я надеюсь, ты везешь 5. Бревен, где ты, да? 5 везет, отлично. А что у нас там накопилось? Накопилось уже 13. Хорошо, значит, в следующий раз, когда он поедет, он заберет оттуда все. И это хорошо. И сталь нам тоже засчиталась. 35 стали. И бревна засчитались. Теперь 8 их стоит. И паровозик сейчас у нас промчится справа налево. Освободит путь. Хоп. И паровоз поехал, который повез камень. Камень, я так понимаю, сейчас нам должен засчитаться весь уже абсолютно. Потому что мы 60 его туда привезем. У нас тем самым кораблик уже 35 нам везет еще. Ну ладно, они там будут кататься, ничего страшного не будет. Паровозик тронулся и запыхтел. Чух-чух-чух. Так, доставка камня пошла. Денег нам, кстати, это принесло немного. Мы даже какую-то прибыль имеем. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. И доставка камня у нас хоп и засчитана, да? Галочка стоит, отлично. И тем временем туда едет сталь. Тоже 35 везет, и получается все засчитано будет. Это хорошо. А где наша конная повозочка? Вот она. Везет последние 5 в цирк бревна. Это нам тоже сейчас засчитают. Интересно, кто быстрее доедет? Конечно же, поезд быстрее доедет, чем повозочка. Ну ладно, мы никуда не торопимся на самом деле. Там, если что, можно будет подождать, короче. Если это последняя миссия. Хотя я бы не сказал, что она прям сильно длинная оказалась. Хотя здесь, видите, уже транспортировочка у нас пошла. Точнее, на разных линиях. То есть сначала на поезде, потом на кораблике, потом опять на поезде. Здорово. Охота на медведя. Отлично. Там все у нас засчиталось. И сейчас еще это засчитается. Но пока можно почитать. Охотники остались с пустыми руками. Медведь исчез. Говорят, он перепугал почтальона и украл его велосипед. После чего уехал с высунутым языком. Да, примерно так, наверное, и было. И за задание выполнено, снабжение третьей стройплощадки. Наконец-то все готово. Благодаря этой магистрали Россия наконец-то сможет защитить сферу своих интересов на Дальнем Востоке. Япония отнеслась к этому очень недружелюбно. Она объявила России войну и тут же напала. Сейчас нужно действовать как можно быстрее. А ну-ка давайте-ка на обычную скорость продолжить. Обеспечьте бесперебойные поставки грузов на Восточный фронт. Перевезите боеприпасы со склада в городе Иркутск в склад в городе Улан-Удэ. У нас есть склад в городе Иркутск и есть, соответственно,
соответственно, склад в городе Улан-Удэ. И нужно перевести боеприпасы. Медведь сбежал. Хорошо. Так, все. Боеприпасы. Соответственно, знаете, что мы сделаем? Нам же вот эти маршруты теперь не нужны. Нам нужно перевести боеприпасы со склада. Склад боеприпасов, который здесь его генерит. И поэтому все маршруты, которые мы уже создали, мы можем нахрен стереть. Вообще весь транспорт, который мы, у нас есть, мы его просто весь нахрен продадим. По Иркутску мы все продаем. Камень стройка мы продаем. Камень стройка мы все продаем вообще нахрен. Кораблик тоже продаем, лес в цирк мы продаем, сталь стройка мы продаем, и уголь сталь мы тоже продаем. И маршруты эти можно стереть. Вот будет потом весело, если, короче, я все это зря делаю, я тогда поржу. Так, с менеджер транспорта. Так, где у нас тут депошка есть, которая доедет, довезет нас до Иркутска. Вот это, видите, я неудобно ее поставил, я вот и думал. В принципе, мы можем отправить все равно отсюда поезд, он съездит туда и потом поедет обратно. Но быстрее будет, если мы отправим его из вот этой депохи. Покупаем транспортное средство, соответственно, нам нужен грузовой поезд, который возит бомбочки вот эти вот. 12 штук вместимость, нам нужно 150 доставить. И давайте мы поставим поезд 156. Блин, он длинный получается. Ладно, давайте в два раза меньше. Пускай будет в два раза меньше. 72, тоже за два раза он тогда не справится. 79. Во, мы поставим еще маленький вагончик. И, соответственно, поставим самый крутой паровоз, который у нас только есть. Вот такой, который все равно повезет это все дело посредственно. Ай, пофигу. Короче, покупаем. Создаем маршрут, который будет из Иркутска да, новый маршрут. Давай, ты едешь вот отсюда и едешь прям вот сюда. И тебе нужна полная загрузка. Я его даже не буду переименовывать, потому что чует моя жопа, что это последнее задание. И назначаем поезд на линию 1. Соответственно, он выезжает. Можно запускать игру. Он отсюда выезжает, огибает весь сраный Байкал. Блин, быстрее было бы, наверное, даже корабликами. Ну ладно, мы любим железную дорогу. Соответственно, здесь у нас начинает копиться бомбочки. И знаете что, друзья, у нас тут уже накопилось вон почти 130, поэтому давайте-ка мы, наверное, этот поезд проапгрейдим, чтобы он забрал сразу 150. Пускай он будет долго ехать, мы накинем на него еще вагонов грузовых. Но чтобы он сразу забрал 156, изменяем и запускаем все это дело. Ему сразу немножко тяжело стало ехать, хотя вот пустой он едет нормально, почти 60. Я на самом деле люблю, когда поезда длинные, это как-то, не знаю, правдиво выглядит что ли. Где ты там, падла, едешь, а он только огибает это озеро. Да, маршрут длинный получился. Я не знаю, как он будет под горку здесь ехать. Загруженный ему реально тяжело будет. Под горку может ехать. Да, мне много раз говорили, что под горку надо говорить типа в гору, и под горку это типа спуск, но я не могу так говорить. Мне это уши режет. Простите меня, пожалуйста. Короче, в высоту 18 км в час максимальная скорость, которую он будет набирать, внимание, за 2 минуты. Охренеть. Так, ну что ты там приехал, а? Дружище, долго едешь. Ну, реально длинная железка получилась. И маршрут, падла, длинный получился. Давай, друг, загружайся. Да, кстати, если поезд длиннее станции, это вообще не влияет. Длина станции влияет только на... Он полностью загрузился. Охренеть. И тут все равно еще 130 осталось. Длина станции влияет только на количество, которое может здесь храниться. Видите, некоторые грузы теряются из-за перегруженности станции. Они, короче, может больше не теряться грузов. Ну, что-то пытается, что-то разгоняется. И аллилуйя, этот поезд приехал, и да, пошло засчитываться это все дело, он разгружается. Я еще буду, видимо, 2 часа ждать, пока это все дело засчитается. Аллилуйя. Реально, ну, минуты полторы это все засчитывалось, даже больше. Несмотря на ваше активное участие, Россия все же проиграла войну. Царь-батюшка постепенно теряет доверие своих подданных. Но, по крайней мере, Российская империя все еще владеет самой внушительной железной дорогой в мире. В общем-то, очередное задание у нас пройдено, это было 5-е, и осталось еще одно. Поэтому, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Не забываем про лосики, комментарии. Всем, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.